вечер, я Андрей Малахов, и мы в прямом эфире на телеканале «Россия». Внимание на экран. На вас реагирует, между прочим, мне выше, уже упирает ножками, прям вообще высоко. Доктор пришел уже? И вот я беру головочку. Нет, головка, кажется, что... Ладно, ну, прекрасно, это, я говорю, уже не терпится посмотреть. Вот тяжело. Давайте послушаем нашего гинеколога, с которым Светлана проходила УЗИ. Ну, собственно говоря, как вы можете видеть, беременности, к сожалению или к счастью, но нет. На экране край печени, но пациентка уверена, что это ребенок. Уже беременность пройдет? Да, естественно, потому что основное – это то, что она себе внушила. Изначально был вот этот любовный бред к Филиппу. А потом, ну, результат же какой-то должен наступить. Она себе внушила беременность. Вот тут. На сегодня все. Берегите себя и своих близких.